Впечатление о Канариесе Александра Элекс. Прошу. Несмотря на то, что я сегодня не планировал говорить комментарии, вот, я все-таки решил сказать, потому что я наполовину категорически не согласен с предыдущим комментатором. Я не сказал бы, что он горький. Вот как раз наоборот, мне очень понравился Канарис. Причем даже больше, чем Розамонте Спешл, один из любимых моих сортов, который перед этим мы пили. Как раз тем, что несмотря на вот как для меня достаточно насыщенный вкус, интересный насыщенный вкус, я горечи особенно не почувствовал. Но второй половине соглашусь, действительно, я вот даже перепроверил, есть что-то от грецкого ореха. Вот. Мне он понравился вот насыщенным вкусом, но не чрезмерной горечью. А какие-то ассоциации из марок известных? Ну вот я уже несколько раз слышал намек, что должны быть ассоциации, но я как еще не достигший профессионализма в мотопите, я не могу провести ассоциацию, я не знаю даже, на что похоже. Ну, мне понравилось. В любом случае, спасибо.